Город Советская Гавань. Лисица приходит в магазин Леопольд. Магазин за шоколадом, за конфетами. Вот лисичка. Иди. Вот она, лиса, подходит ко мне сейчас. Вот она подходит, чтобы что-то скушать. Ай, молодец. Ты хочешь кушать? Тебе печенюшку, да, купить какую-нибудь? Сивадушка. Ах ты, сивадушка, красавица. Ах ты, красавица. Я тебе сейчас белочке лапку дам, хорошо? Как раз белочка попалась, я тебе сейчас дам птичку. Вот такая вот лисица красивая приходит к магазину Леопольд. Фу. Сидит и ждет своей. А тут кот конкурент у нее. А лисица вот ждет.